могучие плечи. Чтобы у тебя были такие, делай эти три упражнения. Первое упражнение на плечи, жим в тренажере сидя. Занимаем исходное положение, прижимаем таз и лопатки. Лопатки при этом сводим, опускаем вниз. Голова прижата, на выдохе. Жмем вверх, полностью выпрямляя руки в локтях. И возвращаемся вниз в исходное положение, но блок не ставим обратно. Следующее упражнение – отведение плеча в сторону с гантелями. Берем гантели, на выдохе разводим руки в стороны, возвращаемся в исходное положение. При подъеме старайтесь, чтобы гантель не смотрела вверх, чтобы она была параллельна полу. И локти всегда находятся выше, чем гантель. Следующее упражнение – тяга на нижнем блоке перед собой. Берем блок, можно брать любой блок, который вам нравится. На выдохе тянем перед собой максимально вверх, на вдохе возвращаемся в исходное положение. Старайтесь тянуть именно локтями вверх. Вверху можно небольшую фиксацию сделать. Ну а чтобы быстрее восстановиться после тренировки, принимай БЦА. И тогда у тебя будут...